мы их находим. Можно вот этот бабскую хуйню уже вырубить? Как она поет? Звездопад, блять, даже тут эта хуйня, даже здесь, блять. Ебать, а как от этого уворачиваться? Всем привет, ребята, вы на канале Nixon Sleep. Вновь я и Sonic Frontiers, мы продолжаем. А именно, уже на этот раз проходить DLC по данной игре. И мы сейчас играем с вами за Наклза. Вот, до этого мы играли за Эми, а теперь за Наклза. О, меня убило. Вот, да, у нас тут какая-то матная песенка. Вот, значит, записывал я буквально... Ой, ебать, летать можем. Записываю буквально на следующий день, типа, чтобы не терять время, знаете, а то как это затянется опять, то одно, то второе, то третье, и пройдет месяц. Вот, я решил, может быть, если получится, то вообще взять и пройти игру вот прям сейчас уже, именно дополнение. Вот, чего бы и нет. Значит, да, тут какая-то музыка странная играет, не в тему, я тут настроился говорить одно, а музыка как-то сбивает меня, ритм происходящего. Блин, управление... О, собираемся, нам надо наверх, да, я так полагаю? Вот, мы что-то активировали. Ой, тихо-тихо, вот так вот. Да, мы активировали стену. Вот, значит, я уже все, грубо говоря, игру прошел. Осталось только вот этот самый маленький кусочек того, что висит у нас. Ой, блин, да не падай ты. Сука, вот так вот, да. Остался маленький буквально кусочек. Я уже слушаю саундтреки по Сонику. Какие есть. Не только вот главные, которые в босс-файтах, а вот всякие уровневые. Что-то себе добавляю в плейлист, чтобы слушать уже после прощания окончательного с Соником. Вот. И очень много в нем, кстати, саундтреков прям очень кайфовых, которые в уровнях играли. Блять, я, сука, заговорился, заболтался, пиздец. Управление, кстати, вот за Наклза, ебать, какое-то дерганое, неудобное. Вот этот вот саундтрек, он вроде прикольный, но он меня раздражает чем-то. Типа, что-то я не знаю. Блять, сука, как не утонул? У меня еще палец до сих пор. Я не помню, с какого это видео я говорил, он у меня болит. Типа, играть вообще на геймпаде не самая приятная затея. Вот, ну как-то приходится. Как-то, блядь, приходится. Блядь, да тихо ты. Ай, блядь, вот взял и упал. Эх, ебанина. Или вообще не надо? Мне вообще не надо туда лезть. Чё это я туда лезу? Я же не туда, да? Ну их нахер, может потом спуск, подъем более удачный. Танк плюс. У меня колец нет, иди нахуй. Ой, да, иди нахуй, как говорится. У меня нет колец, как их доставать, я тоже вообще не знаю. Отстань от меня, не трогай меня. Я иду по делам, все, надо слушать игру. Игра говорит, иди туда, значит надо. Ну и ну, путник. Пожалуйста, тащи как можно больше, какой приди ко мне. Да. Иначе ни хрена нет. Ой-ой-ой, ты чё? Ох ты ж, сука, да вот тут... Вот это никаких круговых атак нет. Ну-ка, давай-ка мы, кстати, с тобой... Блин, пиздец, палец болит. Посмотрим, что вообще можно изучить. Чтобы использовать шкалу ускорения, ускорить прыжки, чтобы совершить воздушное ускорение. Ага. Ой, не, вот это вот. Вот это вот надо вот по-любому. Вот. Да, это для всех, походу, дефолтная атака, которая доступна для изучения. Без нее никак. Ну как ты без нее, блин? Это же вообще невозможно. О, четверка, значит, четверку никуда вообще, типа, пиздец. Че, небольшой прыжок в воздухе. Это как? А, ну, в принципе, я его и делал. Ладно, так, ну, в принципе, один навык прокачали, уже хорошо, уже не должны погибнуть, типа, потому что
Блин, колец не было вообще, это беда прям. Вот. Вы получили один кукол стража. Нифига. Что за страж кукол? Татаяси. Необычно, что-то новенькое. Вот, я надеюсь, как бы, я с одной стороны не хочу прощаться с Соником, да, ну а с другой, как бы, уже сроки-то большие, надо бы его закончить на совсем. Закончить и двигаться дальше. Есть куча других игр, которые я бы прошел. Конечно, побыстрее, чем Соника, но надеюсь. Но надо просто реально двигаться дальше. У меня куча других дел. Да, вот Коко еще один. Куча других дел, планов там снимать нарезки, прохождения, личных каких-то дел, да, повседневных. Вот, поэтому... Поэтому да, надо и не тормозить, а идти дальше. Блин, вот эта музыка, какая-то тёлка поет. Это странная достаточно мелодия. Ебать. Блять, нихуя себе. Ну и как вот, как по этому ориентироваться? Вот просто скажите, я не знаю. Управление максимально дёрганное. Это бред. Тут... Пока что игра за наклазом мне как-то, если честно, не особо впечатляет. Может быть, мне надо что-то прокачать? У меня 9 навыков, как бы, да? А вот эта шкала ускорения, это мы умеем. Вот это что? Рукопашная атака вблизи. Ага, а это... Напасть на противника сверху, нанести ему урон. Вот это вот, кстати, да, давай. Это. Ну да, аналог, как у Соника, все то же самое. У Эми также, у нас также. Все похожее. Вот, чтобы экстренно приземлиться, это рукопашно. Это все, все, больше мы ничего не можем. К сожалению. Блин, заело нам говорить теперь. Вот так вот, так теперь. Давай, вот тут надо лететь, нахуй, лететь. Ой, блядь. Ну и как тут? Ну как? Ну это же... Блядь, это ебать дичь, кстати. Вот это неудобно. Может быть, что у меня рука такая травмированная, не знаю. Ну, реально, кто придумал? Полет какой-то вообще. Не полетный полет. Да, заебись, побегали. Пока что я говорю, смешанные ощущения у меня от DLC, если честно. А именно его управление. Может быть, потом будет получше. Ну ладно, сейчас пролетели. Блять, да как? Я же сделал все правильно. Ёбаная хуйня. Я в ахуе. Вот летишь ты, летишь, летишь. О. Все. Блин. Блин, а как туда попасть? Я что-то не понимаю пока что. Или вот просто... Это бред. Я туплю на протяжении 10 минут уже это. Ай, блядь. Ебучий платформер. Давай загадки разгадывать. Все, я устал. Я устал. Так, первое у нас, давай, что, черное, наверное? Или не черное? Еще загадки какие-то сложные. Как будто бы черное и не черное. Синий, фиолетовый? Фиолетовый. Это пиздец. Реально как-то. Так, теперь, наверное, черная. Да? И теперь, наверное, белая. Давай, что-то полезное сделаем. Вроде бы
Я на верном пути. Да. Я стараюсь. Мы стараемся. Давай, давай, давай. О. Чего? Я же тебя ввел. Все. Все правильно, да? Отлично. Хоть на этом я справился. Это мы умеем делать. Это все с оригинала. А вот под перемещение у вас, конечно, тут игру. Странно, странно. Так. Ну вот тут что это такое? Оу. Ой, блядь. Ебать, как это удобно в кавычках. Ну это, наверное, за Эми тут должно было быть. Явно, явно за Эми. Но вот тут, как я должен долететь? Вот в теории, я же не долечу. До башни долечу. По-любому. Долечу, долечу. Или не долечу? Нет, долечу, долечу. Во. Давай. Ебать, мы читерили просто. Да, еще вот это сломали. Ништяк. О, заебись. О, нихуя, бля. Бан нахуй. А, сюда. Блин, Эми нас спасла. Это, по сути, было сломать тренировочный манекен. Это уже продор поиски. За дело, Наклз. Должно быть оборудованное не мощное, раз даже Наклз не чувствует изумруда. Пока у меня пока ничего нет, но я продолжу поиски. Ля пиздец, ля пиздец, ля пиздец. Что это такое вот это вот? Что это такое? Ой, бля, вот этот хуй, я же его знаю. Вам надо было сделать именно его боссом. Именно его боссом. Ёб твою. Ёбаный ты вообще. И куда надо? За тобой бежать или чё? Я чё, ебу, куда надо бежать? Вообще не помню, как с тобой сражаться. Не помню я, как сражаться с тобой, дебилушка. Как с тобой сражаться, чел? Ты у меня кольца воруешь. Он воронки делает. Куда? А, все-все-все, вспомнил. Вот я дурак. Тихо. Ну-ка давай. Не надо. Не забирай. Я хочу жить. А, все, еще раз, блядь. Ну, я забыл, как драться. Я шел как будто бы за ним, а он меня не вел. Это я его вел. Вот. Это все забуило. Сейчас мы с ним справимся. Надо же просто этот... Вот это же... Да, объяснили, что. Как это? Как он работает? Я не до конца понял. Сейчас. А, нет. Блять, а это ничего не дает. Это же все с этой башни идет. А надо уничтожить вторую башню. А вот, я уничтожил. Да, заебись. Блять, ну я уничтожил и теперь... А, теперь на другую все. Хуя себе, это сложно, ебать. Это сложно так-то. Как я сейчас туда попаду, во-первых? Ебанулись вообще. Это надо как-то через Эми. Да. Это надо вот. Вот так вот. Сейчас. Вот так вот и. Вот так вот. А, и мы его, конечно же, испугали нахуй. Пиздец, он же, конечно, съебался. Это уебище ебаное. Пиздец, они долбоебы. Как я должен был залезть? Вот просто вот так вот. Теоретически, ну как? Я вам. Это просто... Это замечательный босс, на которого так хочется тратить время. Когда в катсцене у тебя
забирает кольца. Да пошел он нахер. Не буду с ним драться сейчас. Кукол стража заберу зачем-то, я не знаю, зачем он нужен. Какие-то кукол стражи. Что-то их подбирать пока что беру. У тебя обычно, как тебя вот в основной истории вели, как будто под ручку, а тут прям сколько какие-то активности. Все, что что-то ты должен уметь делать, и ты такой, чего? Еще какая-то женщина будет, ты кисю. Обычно бабы не пели тут, а тут запели. А можно музыку поменять, а? О. Нельзя, блядь. Давай, отдадим, там что у тебя есть? Думаю, сейчас мы что-нибудь качнем, да? Нет, ничего не качнули. В натуре. Пиздец. Это подстава. Ой, блядь, да, апи. А, нет, это трон. Это трон. На трон можно, наверное, да, залететь? Какой страж, блядь. Трон — это уровень. Ну-ка. Он рабочий? Нет, он не рабочий. А как его сделать рабочим? Ебать. Ебать, и как? Я. А как это работает? Нифига тебе, тут надо самому думать, как проходить. И как тут думать, вот под таким углом? Блять, и как? Как? А, это за Тейлза, наверное. Все, я понял. Скорее всего, за Тейлза. Ёп. Не, ну пиздец, как-то все такое разношерстное, непонятное. Да, говорить мы не можем, тут Тейлз должен работать. А, не пей, не все, музыку менять не могу, я заебали. Сука, я хочу уже быстрее дойти до точки назначения, ебать. Какие-то эти еще. Оу, да, вот это было вообще обалденно. Это для Эми, Следи-ка ты нафиг. Мы, вот это вот кукошку заберем. Это же нам надо, да? А, нет, это не кукошка, это что-то другое. Ну-ка, и чё, я тут подымаюсь или как? Ну, вроде бы, типа подымаюсь, но и не подымаюсь, как будто нет, не так надо. Какая-то еще активность. Бац. И что она дает? Ну-ка. Ага. Вот еще. Ну-ка. И куда? Еще один факел. Блять, только на тут, наверное, походу на время, да? И куда теперь? И чё? А где еще? А? Ну-ка. О, третий, да? Заебись. А еще два. Вот какой-то этот булыжник. О, и что? О, бля, нихуя себе, мы шарим, а вот что дальше? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это что такое? Все, да? Скажи, да, все. Ебать, многоуровневая просто. Я не знаю, цепочка квестов для разблокировки карты. Пиздец. Еще так помаленьку разблокируется. Я понимаю, карта небольшая, надо больше таких точек сделать, чтобы игра показалась больше, но как-то выглядит это все странно. Коко стражи какие-то. Бим-бим. О, сколько их тут. Ну-ка. О.
Это таки соу. Наверх надо. Я тут был же, нет? Я тут должен был быть. Я тут точно должен был быть. По-любому. Да, я тут был. А... толку? Вот же тут пусто. И куда? Мне наверх надо, типа. Да, блять, я думал, ты назад меня прикошетишь. Мне, типа, надо наверх. В натуре. Ну, ладно. Ой, ебать, вода. Ой. Вот так вот. А в эту мы полетим? Ну, полетели, а она розовая. Мне кажется, это не должно было так работать. Так, давай, скипаем. И давай этот... Чё этот? Давай что-нибудь прокачаем, наверное. Чё, например, вот это? Рукопашная атака. Давай. Ща пиздиться будет, ну-ка. Ебать, прикол. Нормально. Блин, 20 минут прошло, а я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Ничего просто. Сюжет не двигаем. Я говорю, я тут туплю больше половины времени. Что-то там достаю, что-то открываю. Да, ку-ку нахуй, сюда. Ой, пиздец. Хочется DLC вот, чтобы вот так вот. Чтобы оно было DLC именно вот. Полностью его пройти за раз. Типа, в одним выпуском. И все. О, да, я что-то нащупал. Я что-то нашел какое-то. Ебать. И что теперь? На время делать. А это за меня надо? Точно за меня? А то мне кажется, не за меня. Ебать. Как будто бы и не за меня. Не за меня, не-не-не-не-не-не. Слишком много. Это слишком много. Это слишком много. Вы что, издеваетесь? Тут что-то не то. Блять, еще и хрен. Ай, блять, палец. Тихо. Тут X, короче, надо задерживать. А это прям больным пальцем, чтобы летать. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. О, давай. О! Блять, пол пиды есть. Элистату. О-о-о-о. Ой, ебать, мы можем Эми вот эти все херои наломать, но это удобно. Ебать. Элистату. И что мы тут залазим, типа? Ебать. А зачем мне? Нет, давай мы сломаем, наверное, да? Наверное, надо это сломать. Там батут будет. Да. Блять, можно было и без него, по сути, тут справиться. Ебать, страшно, конечно. О-о-о, тихо. Давай. Полезли. А тут вторая стена. Ты главное не упади. Хо-хо-хо-хо. Давай. Отлично, ебать. Второй. Все. Заебись. Второй кукошка. Очень странно, да, тоже. Как и первый. И мы их находим. Все. Можно вот этот бабскую хуйню уже вырубить? Как она поет. Заебали, найти изумруд хаоса. Вот увидите, хотя бы один изумруд я найду. Если кто-то что найдет, говорите мне, я тоже хочу что-нибудь сломать. У меня рука не поднимется, уничтожая такие уникальные неповторимые технологии, но без этого никак. Сигнал становится слабее, мы уже близко. Так если сигнал становится слабее,
Значит, мы дальше. Как бы нет, разве? О, сюда, сюда, сюда. Давай, о, сюда. Так, забираем. Вот так вот аккуратно. Так, ой, кольца, кольца, ебать. Прорисовалось. А что мне теперь просто лететь? Мы просто летим, получается. Это пиздец. Могли бы, кстати, вот реально уровень вот этот тут сделать каким-нибудь другим. Не в стиле Frontiers, а каким-нибудь снежным. Ну, не знаю. Ну, какой-нибудь другой биом сделать. Желтым его там. Осень, я не знаю. Я понимаю, что это почти в одном... Ну, как бы, это в одном и том же мире, но могли бы как-то разнообразить, реально. Серебряный молот. Ну, это мне страшно, конечно. Бам, 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 бам. Давай, хуярь его. Сколько мы его должны бить? Он что-то стреляет себе под ноги, я не могу понять. Зачем он себе под ноги стреляет? В другую сторону, если мы его бьем. Совсем другую. Странный босс. Ну, ща мы его это... Ноги ему все пообломаем. Давай, 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 давай. Давай, ой, блин. Нихуя себе. Ебать, это он ноги пообломает. Он какой-то жесткий. Ебать, а как от этого уворачиваться? Как? Нихуя себе. Ебать. Ты что, блядь? Ебать. Ну это что-то не на ненормальном. Я не понимаю, как против него сражаться. Ну, притяжение не работает. Оно не работает. Давай, 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 херач, херач, херач его. Херач, я сказал. Прокачали, конечно. Давай, 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 херачим. Давай, давай, еще, еще нога, еще. Я в ахуе. Надо, чтобы он под прицел попал, и все. Давай, 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 не отпускаем, не отпускаем его, не отпускаем, не отпускаем, не отпускаем, не отпускаем, держим его. Я его потерял. Давай, 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 давай. Мы его разъебем, я тебе говорю, разъебем, суку. Давай. Минус, 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 минус. Очередная нога. Давай, давай, сейчас. Еще. Ебать, ты сучка. Но он уже это... Поменьше стал. Сейчас. Ночь. Ночь, ночь, ночь наступает. О, давай. Опять. Херачим. Сейчас, 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 сейчас. Я понимаю, должен быть, наверное, более прокачанный на него, чтобы его разъебать побыстрее, но... Хочется сейчас, суку, эту. Давай, 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 давай. Не останавливаемся, не останавливаемся. Ой, ебать. Он меня царапнул и... Похуй. Ебать. Куда ты палишь? Главное не умереть, главное не умереть, главное не умереть. Ай-яй-яй, отъебись. Отъебись, сука. Ебать. Давай, 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 херачим. Сюда его.
Так, давай это сейчас что-нибудь все-таки прокачаем, потому что это что-то мясо. Удерживай, чтобы отражать атаки. О, вот эта тема, да, да, хорошая тема. Хорошая тема, хорошая. Ой-о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 й, заебёшь. Блядь, ну уже отражать хотя бы сможем. Иди нахуй. Давай-давай-давай, херачим. Сука, сучка такая, а. Что это башенка нахуй? О, ты меня спас, чел. Давай, 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 сейчас. Но нога будет сломана. Сейчас она будет сломана. Давай, 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 бля. Все, сейчас. Я тебе даю гарантию. О, и что? Звездопад, блять, даже тут это хуйня, даже здесь, блять, даже нахуй здесь. Идите нахуй. Раз в несколько ночей на островах можно увидеть звездопад. Да, в это время все приметы побежденных врагов становятся. Также в этой местности появляется куб красной силы. Да, да. О, и казино еще. А знаете, что самое прикольное-то? А босс-то восстановился. По новой, да, его бить? Или что? Да пошел он нахер. Реально, еще вот это вот хуйня. О, господи. Сколько я всякой хуйни мимо делаю. Это такой привет. Давай, вот это тоже, наверное, мимо, да? Ой, ебать, нифига себе, быстро надо. Ебать, ну это можно выполнить, подожди. А как? Подожди, а как? Я нажимаю прыжок. Нет, тут кто-то должен летать, наверное. Нет, ну тут, наверное, летать надо, потому что это тупость. Наклзом сложно это сделать, это, я уверен, должно быть легче. Тейлзом, скорее всего, надо, либо Эми. Ой, бля. Все, давайте изумруд, короче, добавим тоже мне сюда. А это куда? Я вообще правильно иду? Нет, вообще неправильно. Ты прикинь, неправильно вообще иду. Неправильно я иду. Это куда? Наверх куда-то? Или чё? Да, это наверх. Блять, а это что такое за фиолетовое свечение непонятное? 10 колец, лазеры какие-то или что это? О, бля. Перестарались. Пиздец. Ебать, бред, конечно. Сложно. Тут сложно играть, будучи, наверное, непрокачанным и еще когда ты торопишься. Типа, ну, реально. Еще и со сломанным. Ну как со сломанным? С травмированным пальцем. Ой-ой-ой-ой. И как тут пройти? Они же постоянно будут мешать. Это таки-таки-то. Блять, они же постоянно реально будут мешать. Я что-то не понимаю, наверное, еще просто в этой жизни. Или как? Как это работает? Ну вот просто, мне надо наверх, чтобы попасть наверх. Мне явно надо через те стены перейти. Oh,
Ну, плюс-минус я понял тут эту херню, но... Опять же, в чем смысл? В чем в этом смысл? Сейчас надо просто аккуратно это пройти. Вот так вот, да, все, все. Я разобрался. Плюс-минус. Ебать. У меня должна была быть, оказывается, новая способность. Нихуя себе. Ну, сейчас мы справимся. Это тогда по хуйне все. Это все упрощает. Это тара-тара-та. Сейчас вот так вот. Ой-ой-ой, только аккуратно. Тут надо смотреть ебаные лучи, ебаное это все. Вот тут, например, надо... Так вот, да. Вот так вот. Все, сейчас, сейчас. Все, забрали. Теперь надо как-то вниз. Они пол падают, да? Там пол есть. Можно, да, с пола. Так будет лучше. Так, ну только как-то надо вот между ними. Чтобы меня взрывной волной не задевало. Тихо-тихо, ебать, какое же управление тут дерганное. Ух ты ж, блядь. Чё-то я разблокировал. Вроде бы нахуй. Ну как разблокировал? Ну как разблокировал? Подожди, не каркай, блядь. Вот хуета просто неудобная. Я в ахуе. О, да тут еще и тут пушки. От кого? А, они самонаводящиеся, я понял. Я понял, так идите нахер. Охуеть. На, нахуй, так. Еще одну стену. Так, давай вот... А, все, нам не надо типа больше или что? Почему не заполняется? Короче, шкала опустошается, если ты много используешь этот скилл. Вот, и надо собирать много колец. Я еще сначала не въехал. Зачем, типа, так много колец здесь? Типа, думал, то, что постоянно попадают, а вот нет. Ой, бля... Изумруд, да? Ну нахуй, бля, изумруд, бля! За серию! О, бля. Закрыто. Все, не получим. Как открыть? А никак. Играй за Tails, за все. Бля. Понимаем. Так, у вас еще будет одна коза, поэтому да, играть с Tails. Ну что, сработало? Ага, теперь я могу подключиться к киберпространству и быть барьер, сдерживающие изумруды. Бать, у них многоходовочка тут. Да, по статистике, как всегда, мы, наверное, не сможем, да? Открыть тут ничего? Или сможем? Тара-тара-тара. Это куда? Туда? Так это рядом, да? Это рядом. А, не-не, нихуя не рядом. Это надо... Я не знаю, что это надо сделать, но... Это далеко. Пиздец. Карта не будет открыта. Ну тогда просто текаем на колду и все. И все, да, мы сейчас, у нас ни очков, ни навыков, ни хрена. О, это что такое? Это тоже что-то. Что-то на время, да? Нихуя, это куда?
натуре надо все точки обойти. Все точки? Все четыре точки? Три точнее. Да они ёбнулись. Это невозможно. Это за кого тут бегать надо? 219 секунд. Да. За 200 даже 3 секунд невозможны все точки. Тут явно за Соника, наверное, есть геймплей, потому что, ну... Это полная шиза, это бред. Я даже делать это не буду сейчас. Это невозможно, реально. Я лучше сразу пойду на миссию, потому что, ну... Пустую сейчас тратить на это время, но у меня нет. Тем более Тейлз, он даже... Ну, он летать может, ну... Нормально, кстати, так летает. Может, из-за Тейлза это надо сделать, я не знаю. Летаем мы там и всяко быстрее, чем бежим. Только он выдыхается. Он не может долго летать. Хотя за 200 секунд, наверное, да, наверное. За Тейлза, наверное, прокачанный Тейлз, но не такой, который сейчас у нас. Да, поэтому сейчас просто мы сделаем квест, а там уже будет видно. Вот, это... А как тут залазить? Интересно. Я! Ой, и что? Как? Как? Я что-то задел? Что я должен сделать? А что? Такое? Я не понимаю, тут какие-то лучи, какое-то... Все, просто должен... И вот так вот потихоньку залетать, типа. Неверно, я понимаю? Походу, да. Да. Блять. И как? Тут без остановки-то никак. Пиздец. Что это такое? И что это? Нихуя. Ебать, вентилятор. Пропеллер. Давай. Не, подожди, тут надо ударить. Вот это уже близко к реальности. Так, и вниз как-то. И что это? Я не могу понять. Честно, я запутался вообще в край. Как это все тут работает? Вообще я в ловушке нахуй, как бы на секундочку. Я в ловушке, да, вообще. Великолепно, это вообще. Это лучшее окончание того, что со мной могло произойти. А, нет, я в него ловушке, в натуре. Это просто надо было проломить. Да все, я говорю с тобой, заебал. Все, отстаньте от меня со своей картой. Все. Ой, бля. И что это? Отыскать устройство какое? Давай, Тейлз, ты справишься. Куда? Дай знать, если понадобится помощь. Малой, это твоя стихия. Я люблю беспредельщик. Кулаки так и чешутся, да. Мы считаем на тебя, да, малой, все, летим. Да, все, выдохлись, блядь. Да, теперь, сейчас, подожди. О, отлично. Это что такое? А что такое, блядь? Почему мне это мешает? Почему? Типа я должен это обойти? Или чё? Тут самонаводка не работает. Ну-ка, а чё вообще по атакам у него есть?
Удержите что-то для давного прыжка в воздухе, небольшой курок в воздухе. И ускорение. Все, у него больше ничего нет. Типа я должен просто это умело перелететь? Или чё? Максимально неинтуитивные испытания какие-то. Я не понимаю, блядь. Пиздец. Пиздец. Я... Блядь, куда идти нахуй? А, нет, я понял. Надо на батут. Короче, на батут, да? Нет, только я должен... Блин, я должен... Выше начать лететь. Почему я не могу выше? Давай, выше, 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 выше. О, все, я понял. Вроде правильно делаю, но как-то оно криво получается. И как тут? Ой-ой-ой, как это неудобно просто. Это пиздец. Ебать, как это неудобно. Я эту хуйню еще обходить. Нет, подожди. Тут, наверное, надо на боковинку встать. Но это тупо, если на нее. Ну только в таком случае я могу быть выше. Или что просто? Бля, ебать, это вынос мозга просто. Ну, вот так вот облететь же могу в теории, да? Ну, как бы да, но как бы и нет. Короче, походу тут все просто. Я туплю на ровном месте. Тут не надо никак облетать, не пролетать. Тут делается все очень реально просто. Мне просто надо находить. Я думал, вот эти вот кукошки, они как работает обычная прокачка. То есть ты что-то собираешь, кольца, не кольца, кого-то ударяешь, и тебе за это дают очки, да? Здесь нет, тебе их надо находить, и они тебе дают очки. Просто так, то, что ты их нашел. И вот... как бы скилл с гаечным ключом, вот он такой вот. Чтобы пройти то место, надо использовать гаечный ключ. Теперь я думаю, я сейчас это сделаю, потому что до этого я это сделать не мог. Поэтому, в принципе, это легко, да. Все, заебись. Хуя, они вообще типа на совсем пропадают. А, нет. Они пропадают, но как? На короткое время. Типа я понял. Вот, я понял. Сейчас мы выполним. Хотя я уже настолько преисполнился в этом геймплее, что... Блять, да, только себя похвалил и все. Настолько преисполнился, что стало получаться и так проходить, но вот в том моменте я сразу понял, что что-то тут не то. Что-то тут не то, и надо как-то менять стратегию, блядь, ты заебешь. Охуя. Вот так вот. Блядь, рано. Хотя нет, все, хорошо. О, все, отлично. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай. Все, хорошо. Вот тут этих вообще можно не проходить, а просто пролететь. Вот так вот. Да, вот так вот. Блять, да пиздец. Тихо, нахуй. Пиздеть много не. Я... Вот, блять. Ой, я попал, ебать, заебись, я уже думал, все.
Так, давай. Ой, блядь, а как... Как стрелять? Это же неудобно. Бля... О. Неужели я это сделал? Боже нахуй. Из-за больной руки. Из-за кривого управления, что тебе надо держать ебаный X этим больным пальцем и еще кидать ебаные ключи, это просто уебанство. Сюда, блядь, сразу два. Да. А красный? О, все отлично. Еще пять. Заебись. Ой, блядь, только вот палец какой мне подводит. Ой, найди изумруд хаоса. Господи, бля, убейте меня. Летим. Летим. А куда это? В воду? В натуре? Почему в воду? Че в воде делать? Вообще ебанулись там. Какая нахуй вода? Опять куда-то туда? Или там карта есть? Не могу. Нет, там что-то есть. Что-то есть. Да. Зато еще просто оно не прорисовалось. Я уже было испугался. Так, ну. Это пока что самый быстрый и легкий изумруд получается. Ой, забирай, сказал. Да? Третий изумруд? Да, взломали. Прикинь, третий изумруд. Сходу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну еще четыре, блин. Не так-то быстро. Не надо радоваться, блин. Прям. Ох ты ж. Кого-то мы разбудили. Кого-то нехорошего. Мне страшно. Мне страшно, уйди. Планшет сломался. Нет, надо найти способ вернуться в систему. Соник, рассчитывать на нас. Ебать, и чё? Ага. Тебе предстоит забраться на 4 башни древних. Это памятники пилотам, отдавшим жизни, чтобы спасти мир. А, так в видениях были пилоты, да? Это они управляют титанами? Да, теми самыми, которых ты разнес пух и прах. Ну я вообще-то с самого начала просил тебя все мне рассказать. Забудем. Итак, часть ключей спрятаны по всему острову. Отыщи их, поднимись на вершины башен, пройди испытания, тогда ты сможешь остановить кибер-искажение. Теперь за Соника. Так, собираем ключи по частям, открываем этими ключами башни, становимся еще круче. Понял, скоро вернусь. Да, я все ждал, когда же мы за Соника поиграем. И походу я все-таки понял, что за полтора часа DLC пройти невозможно. Поэтому будет несколько серий. Да, и нам надо бежать. У вас будет еще возможность поиграть за Тейлз, а пока что вы можете туда за Соника. Ебать. Разблокирован рывок с вращением. Чтобы выполнить его, удержите круг, а затем... Угу, и отпустите. Если поблизости нет врагов, вы сможете выполнить рывок с вращением, нажав L2 в прыжке во время ускорения. Нихуя, это что? Рывок с вращением. Я забыл эту атаку. Башня испытания больше ничем не защищена. Теперь по ней можно подняться. Епа. Что-то разблокируем. Ну да, на, по-моему, и мы уже лазили на подобные башни, они вот так вот в цветочек превращались.
Только не говорите, что на каждой башне будет босс какой-то. Вроде бы пока нет. Но бежать нам далеко. Очень далеко, походу. Да. Так, браться на башню испытаний. Мы справимся, ты можешь на нас рассчитывать. О, нихуя себе, поиск изумруда смело доверься опытному искателю. Ебать. Вот такой атаки у меня не было. Нихуя себе. Это еще быстрее, чем то, что было. Как будто бы ебать она ебнутая. Ебать, ты скачешь. Я в натуре говорю. Вот она башня, да? Это башня. А как? А как? А как? А чего? Это откуда? А где? А отсюда, да? Йоу. Чтобы залезть на нее вообще, в принципе. Или нет? Нет, нет, как будто бы нет. Как будто бы нет. Чё? Тут все запутано, вот такое разношерстное. Попробую понять, откуда мне надо, откуда не надо. Блять. Как понять? Объясните, пожалуйста. Ну как будто бы вот по этой только. Да, но только тут, походу, надо маленькими движениями. Аккуратно. Вот, да. Будем не спешить. Вот, теперь. Ой, блять, ну конечно. Ну конечно. Ой, как это меня управление козит просто. Блять. Ты серьезно? Ты серьезно? Я упал сюда и... И... Я же по-любому должен туда. Да, о, все. Я уже думал, все. Заперли меня. Аккуратно, аккуратно, не дерзи, вот так вот потихонечку. Это прям испытание моих нервов, как говорится. О, да. Ой-ой. Ну как будто бы что-то не то я делаю, вот этот босс, блядь, я не знаю. Можно, конечно, его попытаться убить. Ну как будто тут его за тейл за реально надо мочить. Подожди, ну вот, сейчас мы активируем вот эту вот твою хернюшку, вот так вот, бац. На нахуй. И вот второй вот, он наверху. Блять, ну куда 10 раз, короче, иди на хлопище. Ой, ёбище, просто отъебись. Отъебался. Ой, давай, кольца. Да, знаем мы, что мы охуенный режим открыли. Вот как только туда попасть? Не могу понять, вообще сообразить. Ебать. Правильно я что-то делаю, неправильно. О, что-то сделали. Чё, теперь? О, ну да, конечно, блядь, по новой. Всё, херня, давай по новой, блядь. Давай, вот так. Так. Вот так. О, а ну что-то я подобрал просто, все, я понял. Так, изумруда тут нет, да? Похоже, тут все в руинах, да. А, вот это может дорога. Блять, ну я понял, что пска. Хуйня заебала. Да, еще и скала, на которую я просто не могу забраться. Не могу, потому что она большая. Да, так вы меня и убедили, что она слишком большая.
А почему она большая? Потому что тут надо на платформе, так ты не залезешь на эту скалу. Ты чё? Дурачок, что ли? О, ну да, по новой, блядь, ты должен по новой это всё. Ой, блядь. Ой, я не перестарался. Вроде бы нет. Так, ну вот тут надо вообще прям пиздец быть. Да, блядь, я не хотел на него. Сука, ебучее управление. Как оно меня козит. Может быть, вот этот скилл поможет. Наверное. Вот, как будто бы... Вот он должен меня спасать, такое ощущение. Но что-то не спасает. Вот. Вот так вот, да, сократили еника. Попали. Да, блять, я не на этого хотел атаковать. Вот на. Теперь, блять. Ой-ой-ой, как же это неудобно. Реально тебе говорю, это так неудобно и паршиво. Блять, а как? Я же хотел на эту башню попасть. А, тут какой-то батут. На туре, подожди, я его раньше не видел. Я его реально раньше не видел. А по стене это я не могу бегать, я так полагаю. Да. Вообще не могу бегать. Это надо чисто через платформинг залазить на эту стену в натуре. Ёбаный в рот. Как же это комфортно, в кавычках. Ага. Охуенно. Еще я эту не заметил. Столько времени проебал изначально. Вот хоть бери, я не знаю, всю серию вырезай. О-о-о-о-о-о-о. Нихуя, как мы сократили-то. Ебать. Ой, блядь, нихуя. У него такой бешеный разгон, что я просто не успеваю попасть на то, что мне надо. Пиздец. Ебать просто. Не, ну то, что я по башне не могу забраться, это бред. Это бред. Максимальный бред. Просто. Прям боишься лишний раз ускориться. Потому что все начнется потом через жопу. Ебать. И чё тут надо сделать? Это что такое? Подожди. Что это такое? О. И да, мы чё-то открыли. Батут. Ой-ой-ой, аккуратно. Главное. Не упади. И смотри. Аккуратно. О, так поймали. Ебать. Блять, а сохраниться можно, пожалуйста? Я хочу сохраниться. Я не хочу падать вниз. Я, кстати, впервые сохранился, да. Пиздец. Блядь. О, блядь. Бля, да. Вовремя собрали 400 колец. Заставка, блин. Хотя мне казалось, у нас и так 400 колец. Но, видимо... Не 400. Ебать. Тут страшно просто что-либо сделать.
Ой-ой-ой. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сколько ловушек. Лишний раз не нажимай все подряд, иначе все будет плохо. Под таким наклоном он еще не падает вниз, я удивляюсь. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Аккуратно просто, ювелирно работаем. Просто я тебе отвечаю. И куда мне идти? Подожди, куда? Не вниз. А куда? Вот я тут не знаю. Сука. Как? Блять, пиздец, мне оказывается, в прошлый раз. Или я слепой? Или чё? Не могу понять, а вот что там делает? Ай, бля, я ебать слепой, конечно. Хотел туда, а нас... Блядь, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Тихо-тихо. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бать, страшно, сука. Как же я лоханулся в первый раз. Типа, такой пиздец. Я в ахуе себя. Я не заметил, что надо было просто идти вправо. Сука. Бля. Ух. Да. Воспоминания. Я любила свой народ. Больше жизни, больше всего на свете. Я отдала все, чтобы защитить наш новый дом. На японском говорю? А ты уничтожил моего титана, сломал 6 последних печатей. Пришло время за это ответить. В смысле ответить? Пройдите это испытание, выполнив определенные условия. Победите всех врагов за отведенное время. Характеристики Соника не будут меняться. Что это? Че, серьезно? Приготовиться. Вперед! Ебать! Нихуя себе! Ебать! Ебать, вы жесткие! Я нажал X, блядь! Ебать! Ну-ка, сука, подожди! Вот, будем сбивать! Не, сука. Не. Блять. Ебать, колец уже нет. Бам, нахуй. Пиздец. Тут гораздо сложнее, в принципе, драться. Я в ахуе. Еба, крутим, 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 крутим. Блять, ебать. Ёб твою. Они мне не дают ничего сделать. Они не дают ничего сделать. Ебать, они жесткие, сука. Я в ахуе. Нет, сука. Бамс. Ебать. Ебать. Ту-т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 у. Блять. Давай, давай, давай. Одно кольцо, я постоянно пизжусь за одно кольцо. Сейчас, сейчас, сейчас. Крутим, 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 крутим.
давай. На, на. Секунд, но я не успел купить. Еще и с одним кольцом. Это ебать сложно. Ёмтый охренел максимально. Я никого вообще, по-моему, не убил. У меня был, у меня куча. Да, испытание провалено, блядь. Охуенно. Нет. Да. Ебать, я не знаю, вставлю эту попытку или нет. Я просто молча-молчал, думаю, это будет мало кому-то интересно, но я потел нахуй своим больным пальцем. Да. Теперь я понимаю, ты тоже стремился любой ценой защитить близких. Ради них ты сейчас борешься с искажением. Это прекрасно, прими мое благословение, и пусть оно поможет тебе спасти тех, кого ты любишь. Да. Бля. Это трэш. Теперь по ней можно подняться. А, ничем не защищена? Еще одна башня, блядь. Ну чё, рофлите, какая нахуй башня? Хватит башня. Блин, я не знаю, может быть, прямо сейчас на этом серию закончу, потому что... потому что она вышла длинной. Но в действительности она будет короче, чем обычная серия. Там не час 35, а может там час 20. Ну, в любом случае, просто я дальше понимаю, контента еще много. Карта не открыта, то не открыта, это не собрано, то не собрано. Короче, дофига всего. И, наверное, следующая серия еще одна будет такая же большая. Ну, час 30, может быть, я не знаю. У нас не волнуйся, вперед. Что это такое? Не желаешь ли пройти мое испытание еще раз? Иди нахуй. Просто, как говорится, иди нахуй. Какие испытания, блядь. Мне хватило одного раза. Ух, да мы, кстати, ускорились. Вот этот прием Соника нового, он какой-то вообще сверх ёбнутый. Это что такое, блядь? Что тут надо делать? Надо на все наступить. Нифига. Так они, наверное, по новой загорятся, да? Или чё? Или как? Я не могу понять. А что с ними не так? А что с ними не так? А в чём прикол? Собственно, в чём прикол? Подожди. Прикол-то в чём? А как? Типа на время? А, все, все, понял. Понял, понял. Ну это можно выполнить, типа, но... Если оно не на время. Вот. Ай, блядь. Сука, слегонца поторопился. Чуть-чуть поторопился. Там можно было не торопиться. Сейчас, сейчас, хотя бы еще одно надо же выполнить.
хоть что-то. И добежим до башни, и там закончим. У тебя то как-то некрасиво получается. Так, пам. Карта вообще неоткрываемая тут. Ой-ой-ой. Нихуя как это непросто. Все. Заебись. Фух. Бля. Блин, она под такими вот тють, вот прям от нелепиздрической хуйни открывается. Это жесть. Такая жесть. Ну-ка я туда смогу попасть. Не, не смогу. Даже с таким ускорением это слишком далеко. Блин, ну давай, добежим. О, кстати, да, надо было забрать, что это я туда-то сразу рванул. Так, давай просто добежим. Добежим, да, вот это что-то. Типа, и к чему это? К чему это? Мне не надо сюда, отъебитесь. Не надо, блядь, бежать, что ли, вот вообще вот по этой вот обычной. Ну-ка, давай, 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 давай. Ты съебёшь, блядь. О, нифига, мы уже скоротку какую-то открыли. А это что такое? О, спит. Отдыхает. Блин. Там еще какие-то миссии, но это за наколза. Это за наколза. Да, 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 да. Это явно за наколза. О, так, 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 тут аккуратно. Еба. Мы сократили неплохо так. Прям неплохо так. Это вот на этой части, да, уже? Идет или нет? Я уж пусть лишний раз разгоняться. Да, походу. Ну, вот так вот сейчас. Спустимся и можем, в принципе, просто раз попробовать залезть. Раз я тут. Что это вот? С чем эту башню едят? Где тут батут или что тут должно быть? А, как-то и должен вот так вот. Ебать, тут платформинг, я не знаю, стал в разы сложнее, его прям прокачали. Ни хреново. Видно, что это уже не для таких дилетантов, там кто игру поиграл и забыл, да? Это уже именно для ценителей мазохизма в виде платформинга. Да, и с его кривым и дерзким управлением. Но вот тут все просто надо делать ювелирно. И типа... И в принципе, думаю, не так вот и сложно тоже, да? Наверное, пока что. Пока что, на первый взгляд. Вот. О, ебать. Так, ай-яй-яй, там что-то было. О, все. И вот батут. Ёп. Ну, это полегче, как будто бы. Не хочу я, конечно, каркать, но как будто бы... Как будто бы полегче. Вот тут просто есть проблемные участки, блядь, которые не сразу поймешь, как их проходить. Пиздец. Ну, блин, я не помню, чтобы я так часто реально нажимал кнопку прыжка. Именно вот на короткие дистанции. Это прям что-то новое явно. Блять. Ну, ладно. Ладно, короче, давайте мы на такой плачевной ноте. У меня болят пальцы, у меня болит рука. Я играю в такое, ну, пиздец. Давайте мы на этом закончим. Как-то так вышло. Первая, то есть не первая серия дополнения, именно 15-я уже в общей сложности, они все будут под одной нумерацией. Вот, мы в следующей серии продолжим испытывать себя, да, мучить боссами
и не только боссами, башнями открывать карту. Я надеюсь, мы в следующей серии закончим эту игру уже совсем, а то это как бы хватит. Вот, я планировал сделать это сегодня, но нет, игра говорит, нет, ты будешь еще доставать 4 изумруда, убивать всех боссов, открывать всю карту и страдать. И вот судя по тому, что я сказал, как бы сказать, одной серии как будто бы будет еще мало. Вот, ну надеюсь, нет, будет достаточно. А вам, если понравилось, то, пожалуйста, комментируйте, подписывайтесь на канал. Как вам DLC, может, какие-то будут полезные советы, оставляйте их в комментариях. Ну и мы увидимся в следующей серии. Я так полагаю, следующая серия будет уже не Соник. Я думал, это последняя серия Соника, добивочная такая. Но нет. Это следующая будет Резик. Скорее всего, я Резик теперь раньше приду, чем Соника, потом Lies of P, либо опять Соника, потом уже Lies of P. Там посмотрим. Всем до встречи и всем пока.